Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов grandstar.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм принцессы Золушки. Вот так вот выглядит в запечатанном виде. Мультик «Золушку» все смотрели или сказку. Все знают эту принцессу. У нас такая индивидуальная полиэтиленовая упаковочка. У нас на сайте вы найдете несколько вариантов костюмов Золушки, как в золотистом цвете, так и в голубом. Голубом это диснеевская Золушка. И давайте рассмотрим сегодня одну из Золушек. У нас визитка нашего интернет-магазина в товаре. Данная сказка популярна в детских садах и школах. И посмотрим, как у нас выглядит набор. У нас в набор входит вот такая вот корона золотистого цвета. Давайте мы сейчас ее распечатаем и посмотрим, как она выглядит. Корона с такими двумя стразиками у нас, красный и синий. Стразики могут отличаться цветом, обращу ваше внимание. И на резиночке тянется. Вот такая тканевая коронка, довольно тоненькая. Сзади она просто обычного белого цвета. Ну, тем не менее, она такая резная и очень красивая. Вот такая вот корона. В комплект у нас входит подъюбник. Большой желтый подъюбник на резинке тянется, то есть одевается абсолютно на любую талию, чтобы платье от Золушки приобретало пышный вид. И сейчас рассмотрим само платьице. Вот такое вот красивое у нас ярко-желтого цвета, золотистое даже платьице. Посмотрите, здесь вот так вот для шейки у нас вот так вот выглядит застежечка. Здесь вот шейка будет закрытая, здесь идет прозрачная ткань. Посмотрите, все расшито блестками. Здесь такие тыковки с каретой у нас нарисованы, туфельки Золушки, снежинки разные. Все блестит по краю у нас, по ткани идет тесьма с золотистыми пайетками. Все блестит, все переливается. Также у нас кружева золотистые. Вот так вот это выглядит. Тут ткань у нас цветочная с цветочками. Посмотрите, все так же блестит. Вот на видео будет видно, как это все переливается. Также расшито золотистыми нитками. По низу у нас идет обычная ткань. И второй слой у нас прозрачная, такая как органза. Можете посмотреть. Все так же блестит, все переливается. И по низу у нас нашита также золотистая тесьма. Внутри у нас уже входит небольшой подъюбник. То есть из атласа, и еще фатин добавляется. Вот так вот это выглядит, желтого цвета. То есть можно платьице носить даже без подъюбника. Оно и так будет довольно пышное. То если хотите, чтобы оно было еще более пышное, вы можете одевать подъюбник. Вот, здесь у нас розочка такая красивая, желтая, блестящая. Вот так вот это выглядит. Все очень красиво блестит, переливается. Сзади платьица, обращу ваше внимание, на шнуровке. Вот такая вот у нас шнуровка. Она развязывается, и вы можете объем по ребенку уже регулировать сами. То есть здесь довольно большой объем. То есть можете или утягивать. И также здесь еще у нас идет по платьицу молния. То есть можете застегивать, расстегивать, что очень удобно. В комплект еще у нас входят вот такие вот нарукавнички. Посмотрите. Такие красивые нарукавнички, такие золотистого цвета, в цвет платья. Они на резиночке, и здесь у нас пришиты пайеточки такие. Также кружева, все блестит, все золотистым цветом переливается. Очень красивые платьица. Сама такой носила. Вот. Если вам понравился данный костюм принцессы Золушки, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и заказывайте для бала или маскарада костюмы принцесс.